Дети, зверски убиты в Москве журналистки Ирины Кабановой, будут жить в Донецке с родной и двоюродной бабушками. Социальные службы города признали двухкомнатную квартиру матери Кабановой пригодной для их проживания. Бабушку московский суд назначил временным опекуном. Напомню, 39-летнюю радиоведущую, уроженку Донецка, задушил ее муж, расчленил тело и спрятал в багажнике машины. По словам Алексея Кабанова, все произошло после семейной ссоры из-за нехватки денег. Сейчас в Москве мать и тетя Ирины оформляют опеку над детьми и через 2 недели собираются перевести внуков в Донецк. Были обследованы жилищно-бытовые условия проживания гражданки. Нет никаких противопоказаний к тому, чтобы дети проживали в данной квартире. Они хорошие, шовы. Хорошие. И он работает, ну, он где-то зовет, и она работает компьютерщиком. Вот. И она на пенсию уже получает и работает.